Ребята расслабились. Долго тебя не было. Долго. Как дорога? Пару миль назад видел Велохвоста, а так все спокойно. Только пассажир все время вертится. Так, что у нас тут? Множественные деформации? Глаза, уши, ноздри? Заячья губа, а это... Тише, тише. Вот холера, права была Йен. Не красавец он, конечно. Да ты немногим лучше выглядишь. Где ты так изгваздался? А, это я известь для раствора крошил. Нужно стены подлатать, не то они в конец рассыпятся. Многовато работы для одного. Ламберт и Эскель не помогают? Нет. Йеннифер нашла им более важное занятие. Йен уже здесь? Здесь, здесь. Еще как. О, вы поссорились? Геральт, я понимаю, что она женщина, как это сейчас говорят, эмансипированная. Но разве хорошие манеры на нее не распространяются? Телепортировалась, и никакого тебе здравствуйте. Сразу, мол, будем снимать заклятие, нужно сделать то и это. Эскель, Ламберт, шевелитесь. А потом пошла в комнату для гостей и кровать с балкона выбросила. Хорошая была кровать. Я ей то же самое сказал. Дубовое основание, пуховый матрас. Трис всегда говорила, что... А, тогда понятно. Ну да. Или ей просто не нравится дубовая мебель. Так что задумала Йен? Хотел бы я знать. Она не объяснила? Она сказала, что ей нужно, чтобы снять заклятие. А вот как она собралась это делать, молчит. Хотя мы спрашивали. Может, у нее есть на то причины? По крайней мере, одна. Она что-то там себе решила и не хочет, чтобы мы мешали. Ну ладно, так где все? Эскель охотится на велохвостов. Их и так нужно извести, пока не расплодились. Ну, а Йеннифер хочет из них добыть какие-то ингредиенты. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев. Ламберт еще в замке. Собирается в горы, чтобы наполнить филактерий энергией стихий. Ага. А Йен? Собирает мегаскоп. Хотела и меня загнать к себе в помощь. Я должен был бегать с какой-то пищащей штуковиной и чего-то там искать. Да я слишком стар для таких глупостей. Пойду с ней поздороваюсь. Хорошо. Только не жди, что она тебе бросится на шею.
Снова протекает. Геральт, прости, но мне сейчас не до шуток. Что-то не так? Дай подумать. Лопнул уже третий кристалл. Ламберт больше недели собирается заняться тем, о чем я просила. Весемир назло делает ремонт прямо под моим окном. А Эскель вместо Велохвоста, наверное, пошел за грибами. Ребята тобой немного недовольны. Это еще почему? Потому что ты не рассказываешь о своих планах и относишься к ним как к прислуге. Ко мне, впрочем, тоже. Я все объясню, когда придет время. Сперва закончим подготовку. Я слышал про кровать. Ты предпочитаешь спать на полу? Не советую. Пол каменный и дует ужасно. Лучше так, чем собирать рыжие волосы с матраса. Значит, ты так бесишься из-за Трис, что вымещаешь зло на мебели. Радуйся, что я не вымещаю зло как-нибудь иначе. Геральт, не хочу показаться злопамятной, но все-таки ты трахал мою подругу на этой самой кровати. Да, я знаю, ты потерял память. И все-таки... Давай так. Я не буду тебе об этом напоминать, а ты... Перестанешь напоминать мне про эту дурацкую кровать. Идет? Идет. Замечательно. Тогда перейдем к более важным вопросам. Ну ладно, что мне делать? Прежде всего, помоги Эскелю и Ламберту. Один должен был добыть вытяжку из хребта Велохвоста, а другой — зарядить филактерии энергией стихий. Я поговорю с ними. Есть еще одна мелочь. Как видишь, мой мегаскоп сбоит. Эффект красочный, но все же... Где-то рядом источник энергии, который нарушает работу кристаллов. А с кем ты будешь разговаривать? Или это тоже тайна? Вовсе не тайна. С Идой Эмиан. Помнишь такую? Ее забудешь. Член ложи. Эльфская знающая. Вот именно. Знающая, как следует из названия, много... У меня душевная травма после общения с твоими коллегами. Думается мне, не на всех ты в обиде. Неважно. Благодарю за разрешение. Ладно. И как искать источник? При помощи этого потест-инквизитора. Потест-инквизитор? Хер знает что. Зато действует просто. Чем громче пищит, тем ты ближе к цели. И без шуток о сексе, очень прошу. Ну давай, беги. А, и еще. Да. Спасибо, Геральт. Здесь ничего. О, кажется, что-то есть. Вижу, Йеннифер наконец нашла добровольца по бегу с пищей. Тихо.
горячо. Мы можем поговорить? Чем я могу тебе помочь? Я ищу Цири. Пепельные волосы, шрам на щеке. Ты видел ее? Как думаешь, универсалии могут существовать как сущности конкретных вещей? Или они являются лишь порождением разума? Ага, я тоже так думаю. Береги себя. Ага. Да? Теплее. Что такое? Теплее. Я видел за Самгиром. А есть на свете еще какие-нибудь коронованные головы, которых ты не видел? Несколько. Будем надеяться, что так все и останется. Помнишь первую войну с Нильфгард? Пока. Ага. Теплее, теплее. Горячо. Ведьмачья конница так и не прижилась. Ведьмачья конница так и не прижилась. Мы можем поговорить? Береги себя. Ага. Теплее, теплее. Горячо. Пульс редкий, но ровный. Красивый, а? Интересно. Серебра не боится. Ага. Теплее, теплее. Горячо. Пульс редкий, но ровный. Что там, эликсиры варишь? Нет, самогон из зачистков. Я так понимаю, к моему приезду. Скорее, к моему отъезду. Ты не слышал? Госпожа-чародейка пожелали, чтобы я наполнил филактерий силой круга стихий. Ты знаешь, что это, и как ты выразился, уродиной, может быть Цири? Угу, я слышал. Так может, проявишь немного сочувствия? Я называю вещи своими именами. Ладно, неважно. Не хочу с тобой ссориться. Правда. Не стоит терять времени. Ламберт. Ой, извиняюсь. Вот... Звучит не слишком Потому что я не в восторге. Ты хорошо знаешь, что путь к кругу — нелегкая прогулочка. По разным причинам. Я пойду с тобой. Ну... Со славным белым волком все непременно пойдет гораздо живее. Пойдем, нечего ждать. А, кстати, теперь через город-то до круга не доберешься. Той весной перевал накрыла лавина. Значит, надо идти со стороны пруда, как во время испытания медальона?
Верно. Помнишь, как идти? Такое не забывается. Тот, кто целым с медальоном вернется, докажет, что сего достоин и на путь ступить может. А Весемир слышал, как ты его изображаешь? Дыра осталась еще от Саволы. Что вы ее не замуровали? Весемир собирался. Но мне она не мешает. Осады нам бояться нечего. А так можно срезать дорогу к пруду. Даже жалко, что саламандры так мало дыр оставили. Или не развалили эту халабуду до конца. Я вот что думаю. Нам что, плыть через весь пруд? Нет, у меня лодка есть. Я тут рыбачу иногда. Вот те раз. Вот бы не подумал, что ты будешь сидеть с удочкой. Я пользуюсь бомбами. Кидаешь одну и вылавливаешь, что всплывет на поверхность. О, это многое объясняет. Как у тебя с Весемиром, поспокойнее? Вроде да. Старичок перестал читать мораль. Я стараюсь его особо не раздражать. И как результаты? Средние. И знаешь, замок большой. В нем несложно разминуться. Зараза! Я же и здесь привязывал! Может, веревка лопнула? Да ты что! Я-то думал, лодка сама отвязалась. Вот зараза! В таком тумане мы никогда... Перед моим приездом была буря. Дай подумать. Да, дней 5 назад. Ага, парус развернулся на ветру, швартов лопнул, и лодка уплыла в кусты. Вход в пещеру с другой стороны, видишь? Надо переплыть пруд, пройти через пещеру, подняться на башку тролля, и мы на месте. Теперь это не кажется таким страшным, да? Нет. Но все равно оторопь берет. Знаешь, что из моей группы вернулись только двое? Так это вы нарвались в пещерах на старого грота? Угу.
Ладно, собираемся. Прыгай в лодку. Хорошо. Это почему? Потому что это моя лодка. Сам эту посудину делал? Да. А что? Тебе что-то не нравится? Ну, кроме того, что она набирает воду, ничего. Не ворчи. На ту сторону доплывем. Если только не налетим на что-нибудь. Я дальше носа ничего не вижу. Туман густой, как молоко. Тебе пробудился поэт? Ага. Хочешь стих? Валяй. Ламберт, Ламберт, хер моржовый. Ламберт, Ламберт, вредный хуй. Вполне, вполне. Отклонись немножко от ветра, у тебя парус хлопает. Не учи дедушку кашу. Хорошо. Мы уже близко. Готов прогуляться по пещерам? Ага. Только прежде, чем мы туда войдем, лучше... Выпить кошку, зна... Ты стал обидчивее, чем Йен. Смотри, не влюбись. На помощь! Слышишь? Там ребенок. Ты же знаешь, что в этих краях никто, кроме нас, не живет. Это иллюзия. А если нет? Делай что... Должно быть, ты прав. В кои-то веки ты сказал что-то умное. Слишком высоко. Я тебя подсажу. Помнишь, как там в испытании? Но даже ему порой нужна помощь. Готов? Вот жердяй! Раз. Два. Три. Да и ты не легкий. Ну, идем. Стену можно было бы взорвать ардом. Ага. И разбудить старого Грота. А ты что, боишься? Нет. Вот холера. Просто я обычно думаю, что их что-нибудь будет делать. Да ладно тебе. Я поскользнулся. Осколок льда, не то станешь еще вреднее. Плесень не несет. А ты чего ждал, что будет пахнуть фиалками? Я бы... А, смотри, как сладко спит. Может, сделаем как-нибудь так, чтобы он больше не проснулся?
Трис удался. Может, оно и к лучшему. Будет веселее. Скучал по мне, сукин сын? Ты цел? Да. Уходим отсюда. Постой. Это тебе за Вольтера. Ты закончил? Пойдем. Хорошо выбраться наружу. Да, но это еще не все трудности. Ты про троллей? Так это у них трудности, не у нас. Лучше смотреть в оба. Мы на их территории. Навалил полные штаны из-за пары троллей? Я когда-то тоже красовался. А потом меня едва не убил простой паренек с вилами. И я отучился. Пойдем уже. Ты глянь, как он от нас удирает! Руля обычно себя так не ведут. Ведьмаки, не ходить дальше. Это горы тролли. Гора тролла. Ну, поговори. Поговори с ними. Спокойно. Мы хотим только пройти к кругу. Ведьмаки, одно говорить, другое делать. А иногда третье. Ну сколько можно? Дошло. Поздравляю. Бежим до той пещеры, иначе нас просто забьют камнями. Понимать, но мы все-таки должны идти к кругу стихий. Ты слушать все-таки. Мы к вам в замок не ходить, а там много камень. Хватит уже с ними расшаркиваться. Дай мне сказать. Мы вам плохого не сделаем, не будем трогать ваши камни. Дайте пройти. Мы бросать камень. А ведьмаки не отвечат. Ты глупый. Ведьмаки убивать чудища, а тролли чудища. Да-да, не строй рожа. Будет так. Вы здесь оставить острые дубины, вы пройти. Будь по-твоему, оставим здесь мечи, но заберем их, когда будем возвращаться. Мы их не нужно. Металл, фу! Ты спятил? Делай, как я и... Ты, видно, не тот путь в жизни выбрал. Что? Если я еще не забыл уроки дядюшки Весемира, ведьмаки убивают чудовищ. Ну, вот мы и на месте. С этим не поспоришь. Вот холера. Наглядимся позже.
Конечно. Сперва полезное, потом... Ты помнишь, что надо делать с этим кругом? Ладно, дедушка, не оправдывайся. Как там было? Сначала вода, потом земля и воздух. Хорошо. Филакт. Ну, осталось только минуту подождать. Дай подумать. А, вспомнил. Я использовал аксии. Но тогда против меня вышел один, остальные были заняты. Ну да, полезный знак. Да, аксий полезный знак. И опасный. Это еще почему? Он искушает применять его слишком часто. Принудить купца сбросить цену, велеть дерзкому двойнину пить из сточной канавы, заставить относиться к тебе с уважением. Я и не отказываю. Жизнь слишком коротка. Скажи, ты всегда был таким циничным сукиным сыном? Нет. Пока Весемир не привез меня в Каэр Морхен, я был очарователем. Мы все через это прошли. Не все. Многие здесь погибли. Пареньки, которых забрали вопреки их воле. Такое было наше предназначение. Предназначение? Я расскажу тебе о предназначении. Мой отец был пьяницей. Стоило ему надраться, он убил меня и мать до крови. Мы каждую ночь молились, чтобы он наконец сдох. Один раз наши молитвы почти исполнились. Папочка заблудился по дороге в корчму и влез прямо в гнездо накеров. Но его спас один ведьмак. И знаешь, чего он захотел взамен? Дашь мне то, что первым увидишь в доме. Мою жизнь. За жизнь этой мрази! В гробу я видал такое предназначение. Я не знал, прости. Когда в следующий раз задумаешься, почему я такой злой, вот тебе ответ. Ладно, хватит горевать. Надо забрать мечи, а то ведьмак без оружия, как без рук. Золотые слова, брат. Ведьмаки! Брать острые дубины и идти домой! Угу. Может... Ты прав. Возвращаемся. Кроме него из замка не уезжал.